Чтобы наш огород рос, цвел, чтобы выросли наши все плоды. Что для этого? Поливать, чтобы не было жарко, еще вырывать сорняки. Чем глубже ребенок познает таинство окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов, отметила для себя Евгения Александровна, воспитатель с 15-летним опытом. Так родилась идея создать огород с детками, а после и поучаствовать в премии губернатора нашей Подмосковья. Еще мои детки, когда были маленькие, мы копались на грядке, я увидела вот этот интерес и увидела, как вообще детям, в принципе, полезно общение с природой. Дети сами сажают и выращивают помидоры, кабачки, смородину, редис, мяту, петрушку, укроп. С удовольствием ухаживают и собирают урожай. Ты бы выбрал детскую площадку или вот на огороде время провести? Огород. Почему? На огороде интереснее. Что у тебя в руке? Что у тебя такое? Цапка. Что ты ей делала? Рыхлила. Я поливал цветную капусту, лук, кабачок и все. Больше ничего не поливал, потому что у меня вода кончилась. Не у всех есть дача или возможность вывести детей за город, а детям нравится такая работа. Подобная деятельность дает развитие тем способностям, которые они не смогут получить на других занятиях. Одно только, что она многодетная мама, говорит о многом. Очень любит детишек. Родители к ней очень хорошо относятся, с любовью. В этом году выдвинулась она у нас на участвовать в конкурсе «Наш Подмосковье» с проектом «Наш огород». Вот, мы поддержали эту инициативу и как бы планируем еще участвовать в этом конкурсе. Детям настолько нравится возиться на огороде, что потом родители рассказывают, как теперь и у них на подоконнике красуется рассада. У детей появилось желание по собственной инициативе ухаживать за растениями дома. Не это ли главный результат? Диана Гаврилова и я, Адамия Елена Кошелева, Видное ТВ.